Производство камбучи растет как на дрожжах. Привет, я Артем Байбус, и сегодня я расскажу вам, как чайный гриб из 3-литровой банки, накрытой марлечкой, завоевал сердца нью-йоркцев. Родиной чайного гриба является родина чая, Древний Китай. Считается, что камбуча возникла во времена династии Цин, около 220 года нашей эры. По легенде, монахи заметили странные диски, которые вырастали на поверхности сладкого чая, и из любопытства они решили попробовать его. Оказалось, что вкус чая сильно изменился. Камбуча получается благодаря симбиозу микроскопических дрожжевых клеток и бактерий, которые живут в гармонии друг с другом и образуют колонию, или SCOBY – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. SCOBY выглядит как плотный диск и выступает в роли небольшого завода для брожения напитка. Дрожжи и бактерии начинают питаться сахаром в чае и производят уксус и алкоголь. Дальше алкоголь ферментируется бактериями и превращается в органические кислоты. Это насыщает камбучу энзимами и пробиотиками. В итоге получается низкокалорийный, очень вкусный, кисленький напиток. Получается, камбуча не только вкусная, но и полезная. Пробиотики служат барьером против вредных бактерий и патогенов, а также помогают в процессе переваривания пищи. У меня есть друг с непереносимостью сыра, но когда он начал пить камбучу, он смог есть сыр без каких-либо негативных реакций. Пробиотики – вещь полезная. Например, около 90% серотонина вырабатываются в кишечнике. Поэтому для поддержания здоровья полезно пить камбучу, есть ферментированные продукты и в целом улучшать микрофлору кишечника. Я начал заниматься камбучей из-за проблем со здоровьем. Я принимал сильные антибиотики. После курса лечения у меня появилась постоянная тошнота и проблемы с аппетитом. Я чувствовал себя ужасно. Мой украинский друг дал мне попробовать камбучу и сам гриб. Мне показалось, что камбуча на вкус как грязные носки, но я был настроен решительно и пил ее 2 недели, пока моя проблема не исчезла. Я мучился с ней около 4 месяцев, а камбуча справилась с ней за 2 недели. Тут я и подумал, она реально работает, но какой же неприятный вкус, надо поработать над этим. Раньше я занимался визуальными эффектами и анимацией. Я работал над фильмами «Ледниковый период» и «Рио», делал рекламные ролики и много программировал. У меня большой технический опыт, и я начал, пристально вникая во все мелочи, изучать научные статьи, узнавать больше о процессе брожения и пытался понять, как улучшить вкус камбучи. Я экспериментировал в течение нескольких лет, чтобы улучшить вкус. Я мучил свою бедную семью, давая им так много камбучи, которую они уже видеть не могли. В итоге Крис придумал несколько ярких вкусов для своей камбучи. Перед тем, как я начал заниматься камбучей, я смешивал коктейли на вечеринках для друзей, много экспериментировал. Мой брат шеф-повар, а я, видимо, пошел в сторону напитков. Я просто думал об интересных сочетаниях, которые вдохновлены коктейлями. Например, клубника халапеньо, очевидно, подошла бы для отличной маргариты, верно? Голубика и лаванда – это уже сочетание посложнее. Я пытался подобрать фрукты и ароматные травы, которые раскрывают вкусы друг друга, чтобы покупатели ясно ощущали оба вкуса. Рынок камбучи в последние 5 лет сильно изменился. Если раньше было десяток марок, то теперь их сотни. Да, напиток становится еще более популярным. Люди чаще готовы пробовать чайный гриб, которого раньше боялись. А наш подход в том, чтобы производить камбучу, которая может понравиться даже тем, кто обычно ее не любит и не пьет.